Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Как видите, закончил я полностью сборку танка ИС-7. Получилась довольно красивая, интересная, больших размеров модель. На самом деле танк мне очень нравится. Красивая такая грозная машина. Даже жалко, что в свое время танк не пошел в серию. Действительно такое серьезное вооружение у танка. Очень так грозно смотрится. Надеюсь, покрашенным будет смотреться еще лучше. И в этом видео сделаем пришейдинг. Нанесем во все углубления. Во все и труднодоступные места черную краску затемним, чтобы придать модели рельефность. Пришейдинг буду наносить краской X18 Tamiya и базовый цвет буду делать краской Мистер Хобби H512 4BO. Приступим к покраске. Закончил наносить пришейдинг. Скажу вам, дело это нелегкое. Мне кажется, что просто если взять и задуть в базовый цвет, это будет намного быстрее и проще, чем делать пришейдинг на всей модели. Тем более, когда модель большая и крупная. Так вот получилось.
Дам модели просохнуть примерно часов 20. Можно и через пару часов там ее красить, но я люблю все-таки делать какую-то выдержку. И потом задую в базовый цвет. Для меня пройдут примерно сутки, а для вас время пролетит пару секунд. Задул модель в базовый цвет. Что хочу сказать?
цветом я очень доволен. Цвет понравился. Краска от Мистер Хобби. Конечно, очень хорошо они сделали 4 БО периода Второй мировой войны. Очень понравился 4 БО послевоенный. Довольно хорошие натуральные цвета. Дам теперь модели просохнуть не менее 12 часов. И буду делать высветление. Как это делается, увидите дальше. Покрасил катки. Очень хорошо легла краска. Трос покрасил один и второй. На пулемет нанес пока зеленый цвет, потом покрашу его в вороненую сталь. Ухожу на небольшую паузу. Дальше будет высветление. Краска хорошо просохла. Базовый цвет получился очень красивый. Ну а теперь для придания рельефности немножко повысветляю выступающие части танка, люки. Пройдусь по граням. И немного сделаю высветление. Высветлять буду базовый цвет. Добавлю где-то примерно 30-40% белого. Приступим.
высветлял не сильно контрастно, так как все-таки танк этот не воевал, нигде в частях не был, больше музейный экспонат, я не захотел его сильно пачкать, сильно высветлять, но сделал более такой как бы небольшой переходящий контраст. Ну, конечно, поработаем еще с маслом, поработаем с пигментами немного. Теперь дам модели хорошо просохнуть. На этом видео буду заканчивать. После того, как модель просохнет, нанесу светло-желтый фильтр на нее. И после того, как фильтр высохнет, нанесу глянцевый лак под смывку. Но это уже, наверное, будет в следующем видео. А на этом заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Если не подписались, подписывайтесь. До новых встреч, друзья!